Одной из любимых забав футболистов является нехитрая игра через сетку – теннисбол. Сражаться в нее игроки готовы в любое время, что в межсезонье, что во время сезона. Поэтому неудивительно, что днепряне с большим удовольствием тренировались утром понедельника. Изюминкой занятия стал именно теннисбол. После разминки футболистов разделили на 6 команд. Отметим, что место работавшего по индивидуальному плану Евгения Шахова занял администратор команды Евгений Барышников. И на небольших площадках закипели страсти. То и дело, возгласы радости или наоборот разочарования доносились с разных углов поля. Но эмоциональнее всего проходило сражение между парами Коноплянка-Селезнев и Ротань-Зазуля. Первый дуэт был очень эффектен, стараясь забивать исключительно красиво. Чего стоили только бисиклеты, на которые был постоянно нацелен Коноплянка. Главным же оружием второго дуэта были удары головой Зазули, который, как известно, этой частью тела бьет, словно молотком гвозди вколачивает. Отличный эмоциональный заряд был закреплен во второй части тренировки. В то время как защитники отрабатывали игру на опережение и тактические нюансы, хавбеки и форварды отрабатывали удары по воротам. И здесь не обошлось без эффектных полетов мяча, а также впечатляющих сейвов голкиперов. Получив удовольствие от работы, команда вернулась в отель для отдыха, а через несколько часов Днепр отправится в Венло на вечернюю тренировку.